Здорово. Вы что там, спите еще, что ли? Хорош спать. Надо жрать уже. Уже подъем. Курсач сдаю. Школота. Школота, школота. Спасибо. Здорово, Москва. Автомат разбираю. Нихуя себе. Пропик ставлю. Поздравляю тебя со сдачей ЕГЭ. Привет. Сколько вас прямо? Добряков. А я вот тут кушаю, пацаны. Собрал все, что надо, и кушаю. И Одинцова даже здесь. Ну, охуеть теперь. Спасибо. Как вам? Мышцы снились? Или порно? Рассказывайте. Овсянка. Как всегда, Стас, овсянка. Протемашпи. Нормальный прот. Спасибо, Жиробас. Когда начинаю выступать, я не начинаю, я продолжаю. Пробовал фирму Олимп, нормальная фирма. Тут девочка есть. Какая девочка? Порно снилось, это хорошо. А мне, блин, не снилось порно, пацаны. А лучше бы снилось порно. Да, слабак, это точно. Я вчера так знатно потренился сямбы. Извините, ничего вам не смог выложить, кроме одной фотки, сделанной не на мой телефон. Знаете почему? Потому что мой сел вчера. Ну вот. У меня контракт с GrowFood. Не, у меня нет контракта с GrowFood. Зачем мне GrowFood, если у меня вся еда дома готовится? Если тебе нравится замужняя женщина, лучше забей на это дело. Я тебе рекомендую. Что за каша? Овсяная каша. Здорово. Взаимная причем. Блядь, тем более беги нахуй. Беги нахуй. На, вкусно, Валера красавчик. Ну сейчас я не ебашу, я сейчас ем. Ебашил я вчера сиськи. Блять, так надуло сиськи классно вообще. Готова жратва приедет в регионы. Ну а куда он денется? Приедет, только нахуй это надо. Не, я вам честно спрошу, вы меня спрашивали по поводу гроуфуда только что. Мне уже тут намекают. Ну вот, по поводу гроуфуда. Типа поработать вместе. Но пока ничего интересного не предложили, ничего не могу сказать. Потому что я за контейнера не работаю. Я работаю за деньги. Посоветую консультацию у меня взять за 3000 рублей ВКонтакте. А я вот пока с вами разговаривал, уже пол кастрюльки овсянки съел. Сейчас у меня тут еще аминокислотки, БЦАшечки, яйца куриные. На массе, да. Главное говорить громкие слова. На массе, на сушке. А у некоторых на массе выглядит так же, как у некоторых на сушке. Любите овсянку? Да как-то просто привык уже и все. После выступления на сторивах мой прайс услуг останется таким же, как он и есть, дорогим. Да, извини, братишка, меня интересуют ваши деньги. Ну, конечно, в натурашку. Вы что там надо мной угораете, я не понимаю. Пиздата. Пиздата.
Для братишек женщин. А у меня нет братишек. Кто тут мне братишка? У меня нет. У меня один двоюродный брат здесь живет только и все. Другой в другом городе. Так что. Хуй вам, а не бесплатной консультации. А, кстати, вот. А, иди со своим Васипом. Спасибо. Вчера опубликовал фотку, короче, спортбита своего спонсорского. БЦАшки генетика опубликовал и аминки. Вот эти аминки. Видите, тут, короче, написано амалина. Видите, да? Ну вот, короче. Опубликовал их фотку, и там пошла дискуссия неебическая. Дискуссия о том, нахуя аминокислоты с малиновым вкусом. Бля, я проржался, просто проржался. Чувак пишет, бля, ну нахуя с малиновым вкусом-то, зачем это надо-то? Я говорю, чувак, ты не понимаешь, говорю, на диете, блядь, когда, говорю, тебе нельзя ничего сладкого, блядь, малиновый ароматизатор, говорю, это просто охуенно. Так, а смысл? Ну, просто запах же и все. Я говорю, братан, мне нечего тебе говорить. Если так не понимаешь. Зашел на его страницу, посмотрел его фотки и понял, что мне действительно нечего ему говорить. Здорово, Рина. Что это за имя такое, Рина? Продам травмат, забей на качалку. С травматом я не заработаю, чувак. С качалкой заработаю. Так что оставь себе и грабь банки. Я не знаю. Когда телефон поворачиваю, меня лучше слышно, я знаю. Там лучше микрофон, видимо. Видите, пацаны, кто-то мамку ебал. Посочувствуйте парню. В среднем в месяц я зарабатываю 3000 рублей. Могу и орехи. Не проблема. Вопрос. А теперь, знатоки, внимание, вопрос. Давай, жги. Много есть, не надоедает, я люблю жрать. Когда гемор в жопе, можно качаться. Можно вылечить гемор в жопе и продолжить качаться. Что не? Под меня заебись кушать или под заебись кушать заебись? Я не понял. Но если нужна операция, значит дела немножко серьезнее. Удаляй свой геморрой. Через время можно будет. Под меня, да. Под меня всегда все кушают. Как форма. Посмотри фотки в инстаграме в моем, посмотришь как форма. Да не расстраивайся, ничего. Ты не первый и не последний с геморроем, поверь мне. Спасибо. Не опубликую, бля. Что делать, если устал жрать? Отдохни. Это тяжелая работа. Особенно, когда весишь 70 килограмм. И рассказываешь всем про то, что бодибилдеры с пузанами – это не тренд. Нужно быть красивым, как в 80-е в золотую эру. И есть целых 300 грамм куриной грудки в день. Нищеброд я, потому что нищеброд, ребят. Бугор, как это экзотично. Бугром меня еще не называли. Может быть, холмик? А? Лал. Ух ты, блядь, ну ты оригинальный чувак, оригинальный. Спасибо. Спасибо, я буду знать, что так я тоже могу называться. 99 это очень много, у меня далее меньше. Я понял, понял, не волнуйся. Я понимаю даже неправильный русский, все нормально. А рост 1,60 м. Такой, знаешь, юркий коротышка. Денег очень хочу. Очень хочу заработать.
Расскажи мне как, пожалуйста. Вкусно я ем, как обычно, Оль, вообще как обычно. На панели, где? Я боюсь, все остальные проститутки будут вынуждены бросить свое занятие, и я оставлю их без денег, потому что я буду самой популярной проституткой. Не знаю, почему у тебя талия растет. Спасибо. Каркаровка. Нихуя себе. Спасибо. Да, планирую. Скинь мне 300 на карту, а я тебе переведу 600. А давай не так. Давай ты мне переведешь 600 на карту, а я тебе скину из них 300 обратно. Посмотрим, у кого из нас IQ выше. Замутим батл. Тебе будет очень обидно, когда ты проиграешь. Потому что мало того, что кочка, так еще и, сука, он выиграет тебя по IQ. Это будет печаль. Но зато это будет эпично, согласись. Будет что рассказать детям. Здравствуй, Самара. Ух ты, какой, смотри-ка. Ух та-та-та-та-та. Тяф-тяф. Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф. Когда-нибудь наебывали в инете? Да. Наебывали. Давай еще. Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф. Тяф-тяф-тяф-тяф-тяф-тяф. Смотрите, ребят. Бомбит парнегов. Его бомбит. Смотрите, сколько матов, сколько агрессии. Чем меньше писька, тем больше агрессии. Мы не виноваты. Это не наша вина. Бамбалео. Бамбалео. Да, кстати, я еще пою хорошо и на пианино играю. Значит, твой кореш тебе пиздит. Зачем их банить, с ними веселее же. Я не жму, я развожу. Тысяч на 20 наебали. А все под настроение. Ну я кушаю сейчас, подожди, сейчас покушаю сначала. Я не из тазика, я ем из кастрюли. Машина у меня есть стиральная. Это самая нужная машина. Потому что я очень много потею. Pure Team развалился полностью? Да. Да не тарелка это, ребята. Ну какая тарелка? Ну как можно есть овсянку из тарелки, когда ты тазиками ешь реально? Тарелка. Немножко рекламы. Там-та-там-та-там-та-там-та-там-та-там. Так, подождите, еще реклама. Мне за нее платят. Подождите. Там-та-т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 ам. Так, рекламная пауза закончилась. Продолжаем. Продолжаем. Я должен отрабатывать бабки, ребят. Должен. Посылку получить опасно. Опасно получить даже не оттуда. Фига у тебя руки, чувак. Спасибо. Сам накачал. Привет с Астрахани. Привет, Астрахань. Да что страшно, я красивый. Нашел способ монетизировать перископ. Красава. Да не, ну это же не только... Я монетизирую не только перископ, я монетизирую все. Сколько я ем яиц? Всего 4 штуки. Вы будете удивлены. 4 штуки. Красавцы, Валера. Чем сбрасываешь волосы, бритву или машинкой перед солями? Сбрасываю, ты так сказал, как будто я это, ну, змея, и я шкуру сбрасываю. Почему мало так? Ну, а зачем мне много? Я есть в группе доча. Блять, насмешил. Не спрашивай больше такое, ладно? Может, хватит жрать? Нет. Углеводы съел, пора белки. Мне так смешно становится, когда мне люди говорят, что ты так мало жрешь, я больше, чем ты ем. А потом, когда я вижу, сколько они за день съедают, блядь, и с какой частотой они питаются, я начинаю смеяться. Как пальцы утолщить? Тебе зачем? Ты хочешь девушку удовлетворить рукой? Скажи честно.
Она попросила, говорит, у тебя пальцы тонкие. Сделай их толще, и мы будем вместе. Я не знаю, группа дочь, это плохо. Это плохо. В этот момент плачет один Вадим. Когда я говорю, что я не знаю группу дочь. Не, только кашку с яйцами, конечно. Живот покажу. А ты выдержишь такую психологическую нагрузку? У качков маленькая пися, правда или нет? Конечно, правда, но когда она встает, она раздвигается, как телескоп, и становится очень большая. Поэтому все, что тебе говорили, вранье. Я красиво. Коричневая скорлупа плохо чистится. Вот это точняк! Плохо чистится коричневая, просто вообще. Тёма, жаль, мы не можем слышать твой голос. Может, он у тебя вот такой? А? Пьюр протеин. Хороший протеин, пьюр протеин. Мои яйки. От души душевно к душу. Да. Все для вас, ребята и девчата. Валера, замути видос со своим позированием, с рассказом про всякие секреты позирования. Я вот тоже, на самом деле, Стас, об этом думаю. Это хорошее будет видео. Потому что такого никто толком не снимал, ничего русскоязычного. Анализы после курса в молодом возрасте стоит сдавать. В любом случае стоит сдавать. Последний видос классный был. Надеюсь, он не последний. Я знаю, как пальцы утолщить. Нужно колоть растает. Не растает, а растам. Да, это правильно. И купить его можно только у меня. Всего 6 тысяч рублей. Пишите в личку. Растан, хайгетропин. Ты кто такой? Немазанный, сухой. У тебя сиськи больше, чем у моей жены. Ну, приходи помацать мои сиськи. Приходи. Реклама, реклама, сука, реклама. Ну, конечно, реклама. Как я буду свои 3 тысячи зарабатывать? На моем канале YouTube. Угарная качалка называется. Про позирование, да, да, замутим. Ну, просто видишь как, Стас, я думаю, что все-таки... Нет, Растан, да ей, ты что, его везде отправляю, с ним ничего не будет. Ссать не надо, в Москву регулярно отправляю. Ты хочешь подрочить на мое сексуальное волосатое пузико? Ну и ну, уже и бомжи перескопят. Ваше здоровье, уважаемый. Ребят, вам что только не покажи. И затылок покажи, и пузо покажи, и писку покажи. А что, правда, встает, покажи. Не конал. Конал. Анал. Тизикан. Я очень популярный тизикан. Чай. Ехай нахуй. Осенью. У меня 24 тысячи, посмотрите, люди. Какой кошмар. Конал, тюремчик позитивный. Блять, что вы несете? Я просто сегодня реально поспал. Нет, не от Балкана, от фармакома. Анал называется угарной качалки, да? Сука, не могу. Угарная качалка называется. Конал на ютубе. Конал. Спасибо большое. Я тоже вас люблю. От стероидов? Ты знаешь, не стоит ни от стероидов. От стероидов стоит. Миостатин я ни разу не пробовал, честно. Да, сегодня будут руки. Буду пампиться жестко сегодня. Вертекс я на кое-чем вертел. Нет, не вертекс. Можно посмотреть на работе Валерона. Здорово. Я хотел больше перерыв брать. Но мне этого хватило. От Элеутерокока, да. Меня, да. Ты жрешь, я захотела. Ты захотела жрать или что-то другого захотела? Я не понял. Сегодня съел маленьких птенцов. Нет, Джен-Джоу тоже я не ставлю. Чтобы разрезать недельки, их просто нужно качать регулярно, отдельно. Мне так нравится, когда кто-то заходит
видит меня в перископе и пишет: «Бля, качок!» Ты так это пишешь, как будто в перископе увидел говорящую обезьяну, блядь, из зоопарка. «Ну, бля, обезьяна разговаривает, ёб твою мать, ничего себе!» Я зеленый чай люблю. У меня 4 яйца, я ем 4 яйца куриных в день, это все. Горилла, да, горилла. И горилла говорила, говорила им горилла, приговаривала. Знаешь, такой стишок. Пожалуйста, пожалуйста, Джекс. У тебя есть Махмуд? Какой Махмуд? Махмуд Абад? Есть чувак? К слову, про толстые пальцы. Сухофрукты ем? Конечно, у меня по утрам в кашке сухофрукты. Кто-то говорит, если качаешься основательно, 20 штук есть надо. Я не видел еще ни одного, кто на яйцах накачался. Пускай хоть 30 едят, а я буду угорать. Про яйца говорим. Че такой здоровый? Ну как-то само получилось. Как-то вот просто все само. Я просто не основательно, да, это правильно. Так, так чисто как-то любительски, для себя, для пляжа. Силы у меня нет, нет. Силу я не качаю, нет. Гибкости нет, вертухи делать не умею. Извини, братишка. Мышцы надутые, печень не стоит. Все очень-очень заурядно. Я их ем. Здравствуйте, можно? Инсулин ставлю. Героин не помогает, кокаин помогает. В детстве я хотел пиздить хейтеров ногами. И смысл не быть таким? Ответь на вопрос, пожалуйста. Научи жить, друг, пожалуйста. Твоя шкура пьет? Это очень плохо. Очень плохо. Пьющие шкуры – это ужасно. Почему? Нога поднимается. Но левая выше. Я, когда писаю, левую ногу поднимаю. Нет, я вообще не падаю. Я продолжаю стоять, просто глаза закрываются. Потом, когда надоедает, открываю и пищу. Это да. Разборку в Маниле нет, не смотрел. Да, я волосатый. Только не на голове. Я не могу не чавкать, мне тогда невкусно. Простите, пожалуйста. В доту я тебя уделаю, как ребенка. Не, ну это все правильно, но я не глухонем, я же с вами в перископе общаюсь. У Леброна камбэк, я думаю, ничего сверхъестественного там не будет. Пропик Астаназа? Нет, будет не норм. Здорово, Нальчик, здорово. Никак не подняться. Курицын, меня кто только уже порвать не обещал, ребят. В очередь надо вставать, мне кажется. Не, в туалет не возьму, не переживай. В FIFA я рубал еще, когда не было компьютеров, а была Sega. Вы эти времена даже не застали. Я там был мастер мастеров. FIFA 98 у меня была на Sega. Не, в Ульяновске не был. Конечно, и в Денди я рубился. Спасибо большое. В доту, сколько тебя помню. Айфон очень хочу. Очень хочу айфон. Сколько килограмм, сколько съел, сколько лет, сколько сантиметров, сколько мама, блядь.
Пиздец. Да, Артём. Ответь. Отвечаем за меня. Я буду очень рад. Ты мне сделаешь большое одолжение. Человеческое. Ну, вот это грубо, конечно. Грубо. Очень грубо. Начинаем баловаться с черным списком, да, ребят? Пора уже, я чувствую, пора. Как там? Чё-то там орёл, ля-ля, пора, брат, пора. Туда, где за тучи белеет гора. Ля-ля-ля. Брат, 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 я тебе не брат. А что ты тогда, брат, а брат? Не буду я тебе помогать. Я помогаю только за деньги. Док, да я знаю, господи, я же, блядь, это же весело. Они же чувствуют, понимаешь, как тут все дело заключается в том, что ущербным людям нужно самореализоваться. Где могут реализоваться ущербные люди? Где? В интернете, правильно? Потому что в любом другом месте, блядь, их зачмырят, опустят, еще, может, пизды дадут, правильно? Вот, поэтому, соответственно, они прибегают в перископы, в инстаграмы, в контакты и начинают, блядь, всячески пытаться показать свое мощное, развитое эго и IQ. Вот, поэтому бане таких людей не интересно, их интересно счмырить, продолжать прямо здесь, прямо сейчас. Это же кайфушка. Доминировать надо везде. Над говнюками. Вот так. Что показываю? Я уже показал. Та-та-та-та. Отличается ли курс юниора от профи? Ну, как тебе сказать, как ты сам-то думаешь, когда задаешь такой вопрос? Я думаю, немного отличается все-таки, да? Я их не вытру, я их облежу. Как-то так. Блять, меня все хотят. В очередь, в очередь. Я историк, но по истории у меня была твердая четверка. Я гуманитарий. Негатив один из признаков популярности. Я знаю, Оля, да. Доброе, доброе. В интернете смело и в жизни говно. Да, не в интернете говно. Протри айфон, а то мутно. Да не, у меня передняя камера просто уже не алло. Нет, я полысел не от теста, это генетика. Тест просто помог немножко. Да. Спасибо. Очень приятно. Я сейчас растаю. Ну, раз бурмистр говорит, значит, надо так и делать. Не знаю, я с утра не взвешивался. Образование у меня высшее. Я рекламщик. Параллельно переводчика-синхрониста учился. В сексе я какой? Я хуй его знает. Я не знаю. Не надо спрашивать меня такие вопросы. Я не занимаюсь сексом. Зачем? У меня тут чаёк остывает. О, кстати. Хотите, я покажу вам все витаминки, которые я пью перед тем, как закончить свой завтрак? Показать? Сейчас вы охренеете просто. Да, давай, Валера, покажи нам, что ты пьешь, давай, ура! Сейчас покажу. Не орите. Уи! Сейчас, еще не все достал. Причем это не шутка, это не троллинг, это реально я все буду сейчас пить. И так каждое утро. Блять, вы сейчас охуеете просто. Кто-кто? Я твой дальний родственник. Я твое либидо. Так, сейчас, погодите.
хватит. Но это, это еще не все на самом деле. Здесь некоторых вещей еще нету, поэтому смотрите внимательно. Так, это мультивитаминки. Это витаминка В6. Это витаминка Е. Это магний, кальций. Это ЦЛА. Это омега от генетика. Это БЦА от генетика. И сейчас я еще загружусь аминками от Харбоди, чтобы увеличить количество белочка, который я съел на завтрак. Ну, это чай, которым я все это буду запивать. Ништяк, да? Вот так, молодец. Так, сейчас я это все, подождите. Телефончик на кастрюльку вот так облокочу. Оп, оп. По порядку. Пукать вообще с этого не буду. Принцессы не пукают. Ты чего? Зачем ты так говоришь? Давно пися не стоит. Слушай, я не замечал такой проблемы. Energy диет? Нет, я Energy диет при парке делаю. Так. Витаминки. Ба, бицулечку. Как вам говорит Серега Миронов? Банку покажи. Баночка. 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 Хайгитропин на следующей неделе. Деньги уже можно сейчас за него переводить. Потому что его уже на стадии дороги разбирают, я уже говорил. День грудку. Килограмм. Лёлик-анаболик. Еще один оригинальный человек пришел, который сказал, что я качок. Спасибо. А я думал, блядь, кто я? А я же баклажан. Чувак, баклан это уже, это знаешь, это из каких-то 90-х годов. Я баклажан. Важен ли гормон роста? Важен. Что покупать из аптеки? Ничего. Вроде качок, а вроде нет. А вроде баклажан. Так и не поймешь сразу. Химию. Только химию употребляю. В 17 лет, да, можно. В принципе, можно. Где все эти таблетки купил? Сказать тебе честно, это все из моего магазина. Остатки былой роскоши. Как совместить станозолол и метан? Ничего глупее не слышал. А соски приуныли. Блять, это смешно. Они подустали. Химик хуй. Блять, ты такой грубиян. Перестань, не надо так. Влюбилась в меня. У меня сейчас как у кота из Шрека глаза будут. По акции, по акции. Нет, не придется. Да, у меня дочка. Вкачать грудь. Не знаю, спросить у дочи. Стас, я пока таблетки пью, мне неудобно. Ну, насчет верной я не знаю. Верных девушек сейчас очень мало. Маргарин, бля! Да нет, блядь, ну дурак.
дурацкий курс, ну ерунду пишешь. Валера, Валера, я буду нежный и верный. Слушай, ты такой грубиян, ты мне надоел просто. Надоел и все. Уберу его, ладно? С потенцией. С потенцией. Я не знаю, что это такое, что с чем у нас потенция. Что всех так беспокоит моя потенция, блядь, я не понимаю. Кто-то хочет со мной трахаться, что ли? Бля, вот теперь я поел. О, да. Кадзоев готовится, да? Валера, Валера поставил тест на Берна. Не против, но я так и знал, блядь. Вот это же вы какие, а? Уже трахнуть меня захотели. Ах вы, бля. Жиробас, ну, я думаю, что у меня процент жира, блядь, немножко ниже, чем у тебя. Раз в 10. Лоб на картошку похож, особенно когда морщу. А если я его не морщу, он идеален. Я вообще, если меня не нервировать, очень красивый. Нервничать просто нельзя. Вот так. Да даже по морщинам можно понять, что это за, как это так сказать... Что у человека за характер? Если вот такие морщины, блядь, это значит, что я дохуя, блядь, злюсь. Если вот такие, это значит, сука, я дохуя удивляюсь. Не хочу обсуждать бодибилдинг, неинтересно. Фарму где лучше покупать? В госнаркоконтроле. Так, приходи, говори, здрасте, а можно фарму у вас купить? Фу-фу-фу, сколько мата. О, да, детка, я не такое могу. Все так девочки говорят, когда со мной знакомятся, говорят, фу-фу-фу, сколько мата, а потом говорят, бля, Валера, отругай меня еще. Приходится ругать. Спиртное всегда. Стероиды злое, спиртное всегда. Короче, прикол рассказываю про спиртное. Прихожу, короче, к врачу. Вот, ну, там, чтобы меня проверили, посмотрели, то да сё, ну, к терапевту. Вот, и что-то начинаем мы обсуждать, она говорит, блин, Валерий, говорит, такое ощущение, говорит, что у вас дозировки очень высокие. Это же, говорит, вредно всё. Я говорю, я знаю, но что поделаешь, блин, у меня, говорю, это мое профессиональное занятие, потому что, как бы, я этим зарабатываю, и все-таки уже разговаривать о том, что вредно, а что полезно, смысла нет. Она говорит, курите? Я говорю, нет. Она говорит, пьете? Я говорю, нет. И так гордо на нее смотрю, говорю, вот видите, говорю, зато я не курю и не пью. Она на меня смотрит, такая, знаете, говорит, еще неизвестно, говорит, что лучше. То количество препаратов, которые вы колите, или алкоголь с сигаретами. Я говорю, ну, в принципе, я думаю, с алкоголем и с сигаретами вреда будет поменьше. Вот. Поэтому, как бы, от того, что я не курю и не пью, это не значит, что это хорошо. Возможно, если бы я курил и бухал, блядь, и не кололся, здоровье бы у меня было получше. Ну, с другой стороны, если бы я курил и бухал, я бы ничего не зарабатывал, блядь. Я бы хуй сосал, если честно. Вот. Поэтому, как бы, каждому свое, я считаю. Да, я такой, стоит обо мне подумать, и я появляюсь. Как черный плащ. Слушай, в Питере, походу, тоже солнце. Я вот сейчас буду вставать уже с кровати и делать дела. Подпишись взаимно на меня. Да нахрен ты мне нужен подписываться на тебя? Нет, вместе никак. Не секрет, 31. О, блин, начинается. Что-то когда набегает пидорасов много ко мне в перископ, вот это вот я не понимаю. Вот это вот я реально не понимаю просто. Пролюбишь сосать, любишь, блядь, лизать. Да, я с Питера. Вот. Это мне вообще не ясно, откуда эти гомики, блядь, берутся. Здорово, Варшава. А, вчера, короче, парняга в зале был кореец, короче. Ну ладно. Такой подходит ко мне и говорит такой, Валер, слушай, я, говорит, к себе в Корею, говорит, уезжаю сейчас, что-нибудь тебе привезти, говорит, оттуда? И я такой, говорю, да я даже не знаю, говорю, а что оттуда можно привезти? Он такой смотрит на меня, ну, корейской водки. Я говорю, а почему нет? Корейской водки привози, конечно. Он такой паузу выдержал и говорит такой, ой, блядь, ты меня с вопросом рассмешил. Веришь в БЦА? Ты так сказал, как будто это верить в Бога. Веришь в БЦА? Ну вот. Он говорит, ну вообще, я так-то, говорит, могу еще и корейской фармы тебе привезти.
Ну, тебе, наверное, это не особо интересно, говорит, потому что ты еще ни одного корейца накачанного не видел. Я говорю, ну так-то да, давай лучше водки. Вот такие дела. Так что ждем корейскую водку. Здорово, Пушкин. Как отношусь к экспандерам? Да никак. Не забываем, что заказики хейгетропина и растана у меня в личке. И оригинал только у меня. Так что пишите мне личку ВКонтакте, оплачивайте, и я вам отправлю. Хейгетропин с растаном будут заряжены, блядь, моим тестостероном и анаболизмом. Могу даже одну волосину с бороды в каждую посылку класть. Не, мне уже пора. Не надо поздно просыпаться, надо рано вставать. С чем лучше метан? Метан лучше всего с Устаноном или с Декой. А лучше и с тем, и с другим. Вот так. Ну все, онлайн упал. Всех придурков мы забанили. Да и вообще, ты имеешь от такого количества посылок? Да не, новые вырастут. О, Господи, какой вопрос странный. Да сколько лет телу, блядь? Сколько биологически мне лет, столько и телу лет. На кухне лучше ловит? Возможно. Ладно, короче, мои сладенькие, пойду я на программу. Чувак из программы Дедушки Мороза еще даже не снимался нигде, когда я уже, блядь, имел свой YouTube-канал и группу. Так что это не я на него похож, это он на меня похож. А вот это вот надо забанить. Оп, забанили. Все, пока-пока. Чмавки вас.